Салют, друзья! Это «Съедобный бизнес» и наш новый выпуск. Сегодня мы вам покажем классную тему, как можно зарабатывать деньги на печати. На печати не денег, на печати любых картинок на кофе-пенке. Это компания Ripple, первые в мире ребята, которые придумали принтеры с съедобной краской из пудры кофе, которую можно наносить, используя их приложение. Вы можете делать селфи, либо выбирать любую другую картинку и круто упаковывать свою чашку капучино. Давайте узнаем больше об этом продукте и что нас ждет, и где это можно попробовать в Дубае. Погнали! Привет. Наконец-то нам удалось с тобой встретиться, да, записать интервью. Да. Расскажи, пожалуйста, о компании и о бизнесе, которым ты занимаешься. Что такое Ripple вообще? Ripple – это кофейный принтер, который был изобретен несколько лет назад в США двумя друзьями, которые сидели за чашкой кофе и придумали эту штуку, почему бы не переносить фотографии и картинки на пену. Это изначально не было какой-то бизнес-идеей, это было просто что-то вроде развлечения для них двоих. Они это придумали, потом подумали, что из этого можно сделать неплохой бизнес. И изначально главной идеей было то, чтобы использовать только натуральные ингредиенты, что и было сделано. И выставляясь на одной из технических выставок в Калифорнии, в Силиконовой долине, их заметил Марк Цукерберг. Так. Который сфотографировал себя, отправил фотографию на принтер, увидел свое лицо на кофе, запостил это на свою страницу. Overnight success. Утром эти ребята проснулись уже с известным на весь мир продуктом. Это было в 2015 году. И после этого тихо-тихо-тихо мы берем рынок, они берут рынок, и мы сейчас занимаемся продвижением Ripple в странах СНГ и на Ближнем Востоке. Это наши рынки. Мы занимаемся этим уже полтора года, довольно успешно. В СНГ мы уже покрыли практически все страны. Где вы работаете? Можешь перечислить страны? Вот, начиная от Литвы и заканчивая Казахстаном, практически везде. Да, везде, везде, везде. Вот буквально несколько дней назад заключили Узбекистан, добили СНГ по странам полностью. Да. Отлично. Хорошо. Здесь полтора года. Расскажи стратегию, с кем уже работаете здесь. В Эмиратах мы не полтора года, в Эмиратах начали работать. У нас лаунч был в ноябре 2018 года, мы выставились на Gulf Coast, просто чтобы пощупать рынок, посмотреть, есть ли потребность такого рода продукте, поняли, что потребность есть, и вот с января месяца мы начали потихоньку развивать. Продаем уже здесь на протяжении двух месяцев, активно занимаемся продажами. Ну, вот То есть вы только стартанули? Здесь, да, на Ближнем Востоке мы только стартанули, не было нигде до этого принтеров здесь. То есть даже никто до этого их не покупал, не привозил сюда, потому что в России, на Украине, в Беларуси были принтеры, которые были привезены из США, с Европы. Здесь вообще не было присутствия никакого. Хотя очень много людей о них слышало. Уже работаем в Кувейте, в Омане, здесь в Эмиратах работаем. Вот сейчас в процессе переговоров по Египту, в процессе переговоров по Бахрейну. В Бахрейне мы недавно участвовали в активации Samsung.
в активации их какой-то новой продукции. Я не вникал в подробности, это было сделано через третью компанию, которая занимается активацией, где наши аппараты показали себя с лучшей стороны, вот именно в таком heavy-duty порядке. Они работали на протяжении 12 дней, печатали в день там 300-400 принтов, не было ни одной неполадки, машинки справились со своей задачей вот просто на 5. Да. Давай поговорим о том, зачем вообще ресторану либо кафе нужно приобрести ваш товар. Ну, это же тренд сейчас. Все идет в сторону персонализации. И когда человек получает кофе с персональным месседжем ему, будь это его день рождения или какой-то праздник в этот день, а тем более, когда человек имеет возможность отправить свою фотографию туда, свою картинку и увидеть это перед собой, это, во-первых, удивляет. Во-вторых, это дает положительные эмоции человеку, то есть дает эмоцию ту, которая этого человека возвращает обратно в это заведение. Ну, это очень трендовая тема, потому что первое, что человек делает, когда получает кофе, он фотографирует его, это выставляет в Инстаграм, хэштег твоего заведения, и присутствие в социальных сетях возрастает очень сильно. Если мы говорим о кофейных продажах, которые возрастают, у нас есть опыт, где там до 50-60% выросли продажи кофе, но присутствие в Инстаграме – это вообще там в разы. Это в разы. Да. Отлично. Хорошо. Что нужно для приобретения? Сколько стоит ваш аппарат и как быстро, сколько он может печатать в день? Аппарат стоит порядка 15 тысяч дирхам здесь, в Эмиратах. Эта машина сделана специально для кафе и ресторанов. Это heavy-duty машинка, это не игрушка, да, для дома. Аппарат очень хорошо собран, он очень надежный. Печатает он, ну, на один принт уходит порядка 10-15 секунд. И вот уже на... Ну, да, это очень быстро. Это один из самых быстрых принтеров в мире на сегодняшний день, вот, кофейных принтеров. И дальше уже насколько твой бариста быстр, только вот это ограничивает, сколько можно сделать принтов в день. Ну, с нашего опыта, там, мы знаем, там, на выставках мы работали, 300 принтов, 400 принтов можно делать без проблем. Без проблем. Ну, то есть, в принципе, он не перегревается? Там нет. Эта машинка может работать практически 2-4 сутки без остановок. Но она для этого и сделана, она очень надежная. Да. Отлично, хорошо. 15 тысяч, окей. Ресторан покупает такую машинку. Есть ли какое-то гарантийное обслуживание? Конечно, конечно. У нас полный coverage. Обычно ничего с ними не происходит. Но если, не дай бог, что случается с машинкой, год полной гарантии. Мы обычно ничего не чиним, мы просто меняем машинку на новую. У нас есть система телеметрии, это единственный принтер с телеметрией. Если случаются какие-то проблемы, что бывает крайне редко, это обычно софт. Если машинка подключена к интернету, наш support team, который в Америке работает 24 часа в сутки, они логинятся в машинку, исправляют все проблемы, и буквально через 15 минут... Дистанционно логинятся в машинку, конечно, конечно. Они видят проблему, они ее фиксят сразу же очень быстро. Обычно это занимает не больше 15-20 минут. То есть там могут быть какие-то сбои, баги, да? То есть... Да, да. Ну, когда она долго работает, машинка, и там не перезагружается, или какой-то мисьюз бывает ее, то могут возникнуть проблемы с софтом. Хорошо, что, ну, а это если редко. Техническое какое-то повреждение, как быстро мне заменят ее? Вот если я двое взял, суток максимум. Двое суток. Это максимум, да. Вау, отлично. Это максимум. Круто. Ну, у нас были случаи с поломками только по вине клиентов, то есть его роняли, там его неправильно использовали, бывали такие проблемы. У нас нет ни одного гарантийного случая здесь в Эмиратах, вообще ни разу не было. Сколько такого. Он весит? 13 килограмм. 13. Ну, довольно, да. Увесистый. То есть увесистая машинка, да, да, он сделан из металла, то есть там что-то на него упало, что-то на него пролили, то обычно ничего с ним не случается. Вау, да, круто. Да. Хорошо, какие расходные материалы? Мы приобретаем машинку, ежемесячно, я так понимаю, нужны как картриджи, как в любом, да, принтере? Да, да, как любой принтер, он использует картриджи. Один картридж, его хватает примерно на 500 принтов. Каждый картридж стоит 500 дирхам, то есть вот, ну, кост одного напитка с принтом – это примерно 1 дирхам. Да, что довольно-таки приемлемо здесь, на рынке в Эмиратах, да, это очень приемлемая цифра. И все.
При этом мы постоянно обновляем базу принтов, которые есть внутри. То есть что-то происходит в мире, какие-то праздники, какие-то события. Обычно два раза в неделю мы обновляем базу принтов, которые находятся в самом аппарате. То есть, я понимаю, есть приложение мобильное, да, которое ты скачиваешь, да, и ты можешь выбрать принт, либо же есть загрузить свою фотографию, принт, который там... Который есть на любом аппарате, да, который постоянно обновляется. Вау, прикольно. Друзья, ну вот так вот выглядит машинка. Да, вот она. Вот она, 13-килограммовая малышка. Она сделана еще специально так узко, чтобы она могла поместиться в любой бар, потому что обычно не хватает места. Это такая проблема, распространенная в ресторанах. Мы сделали ее максимально узкой. Она там буквально 27 сантиметров в ширину, чтобы она могла куда угодно встать. Да, в общем, сейчас мы вот скачали приложение Ripple, выбираем локацию и... Есть вариант выбрать различные готовые принты уже, либо же напечатать свое селфи. Ну, конечно же, мы напечатаем свое селфи. То есть для этого нужно сначала сфоткаться, правильно? А, или там прямо в программе можно сфотографироваться? Можно там сфотографироваться. Ага, вот так. Посередине. Отлично. Делаем фоточку. Да? Использовать. Побольше лицо, да, бывает лучше, да. Побольше лицо на всю чашку делаем. Здесь, да, надо контраст. Лучше делать контрастнее, да, конечно. Потому что печатать черно-белым. Да, тут можно прям, ребята, как в Инстаграме, себе там фильтр наложить и так далее. Наложить фильтры, рамки, делать любые надписи. И сейчас отправляем, правильно? Да. Номер один, да, появится, то есть под номером один. У них появляется на табло, да, на то есть экране, они потом, да, выбирают. Да, да, значит, номер на application, с ним, все. Отлично. Так, ну что, вот приготовили мы кофе с моим лицом. Похож? Пишите в комментариях, если не похож. Если похож, тоже пишите. Ставьте лайк. Я считаю, это очень крутая идея. Это поднимает рост продаж. Каждый хочет увидеть кофе своим лицом, либо с лицом друга, который он хочет выпить. Я не знаю еще, что сделать. Идея супер, поэтому Ripple – это будущее. Быстренько все рестораторы, владельцы кофейн, заказываем себе франшизу. Все условия ниже, по ссылочке. Значит, ну, только что убедились на своем примере, что можно напечатать на кофейной пене. Кстати, поражает качество. Да, это то, над чем они работали очень усердно и очень долго, и продолжают это совершенствовать. Это именно четкость и резкость принта. Так как мы печатаем
кофейным экстрактом. Очень важно иметь вот эту вот контрастность, чтобы фотография и картинка была четкая. Да. Еще раз, кофейный экстракт, что это значит? Наши картриджи наполнены только 100% натуральным кофейным экстрактом. Это наша патентированная технология, никто в мире этого не делает, мы не добавляем никаких химикатов, никаких искусственных красителей, ничего подобного. У нас только 100% натуральный кофейный экстракт. Это очень трудоемкий, тяжелый процесс извлечения этого кофейного сиропа из кофейных зерен. Мы единственные в мире, кто это делает. Да, и он не имеет ни запаха, ни вкуса, и никак не влияет на кофе, на его вкус. И особенно сейчас это актуально, потому что сейчас многие заведения пошли в сторону specialty кофе, где они привозят редкие сорта кофейных зерен, где-то вот находите sustainable farms. И никто не хочет на этот хороший, дорогой кофе добавлять что-то вот, ну, не натуральное, не настоящее. Ну да, 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 конечно, органика, и к этому весь мир идет. И поэтому мы единственные в мире, кто делает эти принты только на 100% натуральным кофейным экстрактом. Хорошо, с этим разобрались. На какой поверхности вообще можно печатать? Все, что такое пеновидное, все, что может в себя впитать тонкий слой вот этого кофейного экстракта, мы на всем печатаем. Мы печатаем на кофе, мы печатаем на пиве, мы печатаем на алкогольных коктейлях. Бармены способны делать такую тонкую плотную пену. Милкшейки, мороженое, чизкейки, капкейки. Ну вот буквально вот до чего может дойти фантазия. На бургерах мы делаем это в России, в Black Star. Да. Хорошо, а вот на тарелке, то есть я могу напечатать, например, какой-то логотип на тарелке? Нет, это не получится, потому что тарелка не впитывает в себя, оно такое получается, нечеткая получается картинка. Оно смажется, да? Смажется, да, да. Вау, ну прикольно. Слушай, поделись своим результатом вот за 2 месяца в Эмиратах, с кем вы уже заключили договора, кто ваши клиенты да. уже? Ну, я скажу, что интерес огромный, запросов очень много, у нас разрываются телефоны, имейлы. Но вот из таких больших имен я могу сказать, что мы работаем с Лассером, вот где мы сейчас с тобой находимся. Мы работаем с The Loft в Опере, мы работаем с Jumeirah Group отелями, мы работаем с Marriott Group. Ну, еще очень-очень-очень много с кем, не с такими большими именами в Эмиратах. Мы работаем с лучшими заведениями в Кувейте на сегодняшний день, с лучшими кофешопами, самыми известными. Мы работаем с новым концептом очень крутых заведений в Омане. Вот сейчас готовимся к входу в Бахрейн. Кстати, в Бахрейн мы входим через Лавацу, который является нашим глобальным партнером. Да, это очень наш большой плюс. Мы являемся их глобальными партнерами. Наши аппараты стоят в их центральном офисе в Италии. И также мы являемся глобальным партнером с Гиннесом. И стоит также наши аппараты стоят у них в офисе. И мы позиционируем. Мы работаем как партнеры с ними, да, по всему миру. Какие уже отзывы от гостей этих ресторанов, это вау-эффект какой-то? Это всегда положительные эмоции. И неважно, как это делается, человек сам отправляет свою фотографию или ему сюрпризом какой-то месседж приходит. Это особенно круто работает в отелях, особенно вот для return customers. Человек возвращается в тот же самый отель, он по базе у них там, и они пишут ему «Welcome back, Mr. John» or «Have a safe trip home» или что-то такое. Всегда очень приятно клиенту получать подобного рода месседж таким вот необычным способом. Такой вопрос. Тут очень много проходит различных конференций, выставок. Есть ли какая-то опция брать у вас в аренду такие машинки, либо же вы предоставляете как услугу обслуживания, там, кейтеринг кофейный с своими Ripple машинками? Да, да, конечно, мы это делаем, мы предоставляем такую услугу, мы даем в аренду. Цена зависит от количества людей, которые должны быть обслужены, от количества напитков, которые должны быть, да, на которых должно быть напечатано. Но мы это делаем, да, то есть по запросу мы можем почитать и дать какой-то quotation, да. Хорошо, пойдем в бизнес такие составляющие. Для ресторанов мы разобрались, что кост печати будет стоить 1 дирхам на одну чашку. Да. Как ты советуешь уже по опыту? Нужно включать этот кост в стоимость кофе, либо же предоставлять как опцию печати за отдельные деньги? Нет какого-то правильного одного пути, то есть каждый сам для себя выбирает, как он это хочет делать. Обычно заведения, которые вот high-end, они, естественно, ничего за это не берут. Они
делают это только для того, чтобы быть вот на волне всех этих трендов, которые сейчас присутствуют. А кофешопы либо фудтраки, многие из них берут за это за дополнительную плату. Mm-hmm. Там у нас есть кейсы, где в Абу-Даби люди 7 дирхам берут за один такой принт. Да. Понял. Хорошо. А скажи такой вопрос. Что касается выручки, есть ли какая-то информация, фидбэк уже от клиентов, да, ваших, кто покупает Ripple машинки? Как у них поменялась тенденция выручки после того, как они начали продавать принты? Я тебе не могу сказать точно в цифрах, но рост продаж кофейных, он очевиден. Это, ну, от 15 до 50% в зависимости от заведения, сколько он до этого продавал кофе и насколько у него вообще ставка идет на кофе. Да? Если ставка идет на кофе, естественно, прирост не такой большой, он и так много кофе продает. А если заведение, которое не специализируется на кофе, то, естественно, у него тут же идет прирост, потому что люди, видя это, люди хотят это выкладывать в Инстаграм, люди хотят это удивлять своих друзей, которых они приводят в это заведение. Естественно, прирост идет. Ну, примерно от 15 до 50% можно ожидать. Это очень даже... Это хорошие цифры. Это хорошие цифры, да. Вау. Круто. Да, вот вам яркий пример, как вы можете улучшить ваши продажи, да, то есть нужно добавить какую-то изюминку в ваш, казалось бы, обычный продукт, который вы продаете. Это может быть как кофе, так и пиво, если вы паб, либо пивной бар. И ваши продажи, согласно источнику нашему, да, вырастут от 15 до 50% именно этого продукта. Я считаю, что на самом деле за счет того, что мы живем в эру Инстаграма и Фейсбука, где каждый перед началом трапезы выставляет сториз, где он, что он ест, да, с кем, да, и так далее, да, то это очень актуально сейчас. И зная, как в Эмиратах арабы вообще любят все фотографировать и выставлять, эта тема должна тут зайти просто на ура. Поэтому я думаю, что нужно приобретать такие машинки и удивлять своих гостей. Давай поговорим о определенной бонусной программе, скидочной программе для подписчиков съедобного бизнеса. И могут ли люди заказывать у вас не только для региона, например, Эмирата, а если они там в России еще не пользуются вашими услугами или где-то еще, то есть может ли это быть или нет? Конечно, человек может обратиться к нам, мы направим его к правильным людям. У нас дистрибьюторы, как я уже сказал, по всему СНГ, мы обязательно направим, дадим правильные контакты, да, людей, и, конечно, все это можно делать через нас. По бонусной программе у нас специальная бонусная программа, которую мы сделали специально для вашего канала. Итак, что по бонусной программе? Да, у нас специальная бонусная программа для вашего канала по промокоду «Съедобный бизнес». Скидка 1000 дирхам на аппарат. 1000 дирхам, съедобный бизнес. Я оставлю ниже ссылку на Инстаграм Левона. Вы можете связаться напрямую. Обязательно скажите, что вы наши подписчики, и заказывайте себе быстренько эти машинки. Потому что сейчас есть на складе в наличии, вы сможете их быстро получить. А потом придется ждать новой доставки. Поэтому кто первый, того и тапки, как говорится. Давайте быстренько 10 машин первых прямо сейчас уже пишите и заказывайте. И ставьте обязательно лайк съедобному бизнесу и оставайтесь с нами на канале. Приобретая машинку Ripple, вы получаете не просто вау-эффект для ваших гостей, но также это 24/7 поддержка, это кастомайзд логотипы и любые месседжи, которые вы хотите. Команда ребят добавит их на постоянной основе в приложение. И, конечно же, самое важное, это приложение бесплатно, его скачивает любой гость и пользуется в любом месте, в любой точке, где установлен Ripple. Соответственно, это очень круто. Параллельно вас будут пиарить в сети Ripple, так называемой. И я думаю, что ваши выторги будут только расти. Это круто.